небесному дому войдете. А вы наденьте сюртук похуже. А дурашку, вот хотят. Растреплите волосы. Ну-ка, волосы растреплите. Испачкайте лицо чем-нибудь. Ну, приступайте. Постучите в ворот, вот обрут. Вы им скажете, что мол башмачник. Барышням мерку снимать. Ага. Так уж знают, проведут. Ух, мать! Хорошо. Господи, нет. А потом что же? Послушайте, Бальзаминов, вы чудак? Я? Как же вы меня спрашиваете, что дальше? А? Вы влюблены или нет? Я вас спрашиваю. Влюблен. Ну так надо ж вам объясниться. Да, кстати, письмо отдадите. Моей отдадите письмо, а своей откроетесь в любви. Скажете, что хотите ее увести, на колени встаньте. Так вы не перепутайте, моя старшая, а ваша младшая. Моя Анфиса, а ваша Раиса. Ну, держите. Кент, а вы уже объяснились? Давно. А мать, Кент, а когда мы их увезем-то? Как будут согласны, так увезем. Ну, моя мама будет забавна, я вот не знаю, ваша позиция или нет. Кент, как нам не прогадать-то насчет? Насчет денег, что ли? Да. Но насчет этого Чебаков никогда не ошибается. То вы, а то я. А вы поймите, они сестры. У них капитал поровну от отца, братья того не дают их замуж. Денег жаль. Ага, понятно. О, Лукьян Лукьяныч, я мигом тот сюртук поменяю на